Привет, друзья! У меня для вас очень печальная новость. Дело в том, что всеми нами любимый Андрюша вчера получил сотрясение мозга. Он сейчас находится в очень тяжелом состоянии, и я пришел его проведать. Мы сейчас идем в его комнату и посмотрим, чем он сейчас занимается. Вероятно, ему очень трудно и одиноко, надо его поддержать. Мы видим, что он сейчас спит, поэтому не будем его тревожить. Давайте все пожелаем ему поскорее выздороветь, потому что ему действительно очень тяжело сейчас. Спасибо за внимание.